В этом году 25-я годовщина окончания военных действий в Афганистане не обошла стороной практически ни одного тимиртауса. Во многих учреждениях проходили тематические мероприятия, посвященные этой дате. В общеобразовательной школе номер 27 также прошла встреча учеников с воинами-интернационалистами, организованная городским советом ветеранов и советом ветеранов войны в Афганистане. 2014 год у нас является годом юбилейным. Исполнилось 25 лет со дня вывода войск из Афганистана. 25 лет, как закончилась афганская война. Вот уже полвека, четверть века, как уже наши матеря спокойно отправляются сыновей в армию. И не боятся, что наши сыновья попадут в одну из горячих точек. Наконец-то мы осознали и поняли, что это была за война. И общество оценила достойно заслуги наших ребят и заслуги наших солдат и их подвиги, проявленные в боях в Афганистане. Руководство школы пригласило на встречу учеников 19-й, 6-й, 24-й школ. Это те школы, из которых ребята ушли на афганскую войну, но не вернулись. Также присутствовали солдаты воинской части 55-16. Ребятам предстоит после окончания школы вступить во взрослую жизнь. И я думаю, та информация, тот опыт, с которым сегодня поделятся ветераны, будет для них неотъемлемой частью осознания того, что любой взрослый человек должен уметь постоять за себя, не давать в обиду, наверное, слабых, любить родину. И если возникнет такая необходимость, встать на ее защиту. Встреча была построена в виде беседы. Школьники могли задать интересующие вопросы воинам-интернационалистам, на которые они охотно отвечали. Вместе с ребятами они обсудили, что значат такие слова, как патриотизм, отвага, гражданский долг. Со своей приветственной речью выступил депутат городского маслихата Рашид Курмалеев. Война – это очень… всем она приносит беды. Что завоевателям, что обороняющимся, разницы нету. Страдают мирные люди, семьи, и атакующих, и обороняющихся. Хотелось бы поздравить всех вернувшихся в данный момент живых, их семьи, крепкого здоровья и счастья мирной жизни, не военной. По последним данным, сейчас в Темиртау проживает 218 ветеранов войны в Афганистане. Афганцы проводят мероприятия по военно-патриотическому воспитанию молодого поколения не только в канун годовщины завершения войны. Общественное объединение ветеранов войны в Афганистане регулярно проводит в школах уроки мужества. Встречается с учениками, рассказывает о афганской войне. Потому что в данный момент в учебниках об этом не пишется. В институтах лекции не читаются. Поэтому наша задача донести до молодежи, подрастающей молодежи, смысл этой войны и рассказать об этой войне. Рассказать обо наших ребятах, тимиртаусах, как они воевали. 25 лет не так много для истории, но так много для человека, для которого эти события останутся в памяти на всю жизнь.